Мы на самом деле представляем собой, олицетворяем собой силы добра в современном мире, потому что это столкновение, оно метафизическое, это столкновение сил добра и зла. Мы на стороне добра против вот этой силы абсолютного зла, которые воплощены в украинских вот этих нацбатах. Сегодня он поступила свежая информация, американский храм сатаны выступил в поддержку Украины. Это храм, который находится в известном Салеме, штат Массачусетс. Кто сомневался? Помните салемские ведьмы? Так долго думали. Поэтому это действительно священная война. Это действительно священная война, которую мы ведем, и мы должны в ней одержать победу. И мы, безусловно, ее одержим. Потому что наше дело правое. Мы победим. И у нас просто нет другого выхода. Это даже не только... дело правое, это дело праведное. И поэтому победа, безусловно, будет за нами.